Я бы хотел бы немножко вспомнить слова одного из святителей, в частности Иоанна Златоуста. Мне очень понравилось. Он говорит, у меня есть, говорит, два крыла. Помните, я как-то записывал видео за крылья, да? Крылья для мужчины – это женщина. Потому что если женщина перестает крылья быть, а руками, то мужчина с лентяем становится. Но вот все-таки здесь о других крыльях речь пойдет. Иоанн Златоуст говорит, для меня два крыла – это мама и папа. Когда не станет одного, то мне будет тяжело летать с одним. А когда не станет обоих, то я буду ходить. Но всегда буду помнить о тех крыльях и благодарить Господа, что Он мне их дал. Храни вас Господь, и желаю вашим крыльям доброго здравия. Храни Господь.